Всем привет и хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Традиционная рубрика «Радиоприем». Итак, сегодня радиоприем в городе Калуга. 26 июня 2022 года. 1 час ночи. Отель гостиница «Ока». Рядом с гостиным двором. В центре города. И вы знаете, сразу скажу, радиоприем разочаровал. Наша любимая магнитолка Санье трехдиапазонная. На коротких волнах удалось поймать буквально децл. Вот, однако, это китайская радиостанция, это 41 примерно метр. Yeah, 41 метр примерно. Диапазон SWV2. Они слушать можно. Вот, больше в этом конце диапазона ничего нет, кроме помех. Хотя вещают, по-моему, по-английски. Нет. Родной китайский язык. Если прочесывать дальше, вот еще какая-то радиостанция. Ну, очень плохой прием. Постоянно вот эти вот шорохи. Крутим далее, даже шорохи пропадают. Вот здесь кто-то пробивается, но скорее всего гармоники. Помехи. В районе 31 метра. Вот такая циклическая помеха. В общем, как-то и дальше сплошные какие-то гармоники. Это мы уже добрались в диапазон до 12 метров. Включительно ничего. Переходим на SWV1. Это у нас получается, сейчас мы в районе 41 метра. Так, сейчас, секундочку. Переключаемся. Резкость. И... Это, по-моему, вы уже слышали, по-моему, та же. О, позывные какие-то. Так, сколько это у нас тут? Тоже в районе 41 метра. Позывные какие-то. Ну, а наши китайские друзья. Чина Радио Интернация. Час ночи, Калуга, Чина Радио Интернация. Так, вот это другая какая-то радиостанция, но очень большие помехи. Видимо, из-за фонаря вот этого, который над окном там светится. На улице сейчас ртутный люминесцентный. Вот он. Вроде натриевая лампа, да, наверное, он помехи создает. Ну, тоже что-то китайское. Вот это мы слышали. Вот еще что-то.
Судя по мелодиям, то что-то восточное. И дальше, по-моему, глушняк. В общем, Калуга радиоприемом не радует, да, даже ночью. Хотя небо сегодня абсолютно чистое. Ни единого облачка. Но, увы и ах. Ну, а теперь попробуем перейти на диапазон средних волн. Тут я что-то, по-моему, две радиостанции поймал. Все 30, 600, 700 килогерц. 800, 900, где-то вот здесь 600 должно быть. Это наш такой родной, исконный Лукашенко и Владимир Владимирович, вероятно. Вот, это где-то примерно 1000 килогерц. И вот 1400, что-то такое, килогерц. Но еле-еле пробивается из-за помех. Вращение приемника не помогает. Вот, друзья, собственно говоря, и все, что удалось поймать на довольно чувствительную магнитолку Санье в Калуге в час ночи, в субботу, уже воскресенье, извините. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей. Пока-пока.